Добрый день, уважаемые коллеги. Продолжаем цикл наших учебных вебинаров в рамках исполнения государственного задания по коллекционным центрам ЖКХ энергетики. Меня зовут Виктор Иванович Савских. И сегодня мы с вами будем говорить о примерном перечне работы услуг по содержанию общего имущества многоквартирного дома. Что это такое? Значит, виды работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома изложены в 290-м постановлении правительства Российской Федерации. Оно называется «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме и порядке их оказания и выполнения». Значит, для того, чтобы картина была более полной, я добавил к сегодняшнему 290-му постановлению правительства Российской Федерации еще ряд документов. Это постановление Госстроя 170-е об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, постановление 491, это утверждение правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, постановление 410 о мерах по обеспечению безопасности при пользовании и содержании внутридомового и газового оборудования, ГОСТ 53-254 2009 года, лестницы пожарные, ограждения кровли, и приказ Госстроя от 99 года номер 139 об утверждении рекомендаций по нормированию трудоработников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда. Для чего? Для того, чтобы было понятно, какие виды работ должна выполнять управляющая организация, и мы сразу определим, какие сроки она должна выполнять эти работы. Почему? Потому что в 290-м постановлении там не по всем видам работ указаны сроки. Они все указаны в 170-м постановлении Госстроя Российской Федерации и 491-м постановлении. Поэтому вот этот комплекс документов, о которых я вам сейчас сказал, они изложены вот в этих документах, и мы сегодня попытаемся, вот я сделал это в виде таблички, попробовать посмотреть, какие виды работ по элементам должна выполнять управляющая организация. Поэтому давайте попробуем в этом разобраться. Сразу говорю, что если будет необходимость у кого-то получить этот материал вот в этом варианте, как он здесь у меня изложен, да, я готов буду его вам предоставить. Если вы обратитесь на электронную почту souk54@mail.ru. Я указывал эту электронную почту в предыдущих вебинарах. Если сомневаетесь, как это правильно написать, посмотрите предыдущие вебинары. В конце я обычно все это указываю. Итак, начнем с того, что работа в отношении фундамента. Фундамент – это основание любого дома. Поэтому особое внимание ко всем видам работ на фундаменте. Значит, первое. Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Она должна осуществляться 2 раза в год, осенью и после таяния снега. Это пункт 1 минимального перечня, как мы говорим, и постановление правительства 290-е, о котором мы тоже с вами говорим. Значит, разработка контрольных шурпов в местах обнаружения дефектов. Еще раз говорю, это касается только при условии, если какие-то дефекты выявлены в ходе проверки признаков. 2 раза в год, осенью и после таяния снега, то же самое это должно выполняться. Проверка состояния гидроизоляции и системы водоотвода. 2 раза в год, осенью и после таяния снега. То есть в основном это все работы, которые
должны проводиться два раза в год осенью и после таяния снега. Проверка температуры влажностного режима. То же самое. Она регулируется договором управления или сметой ТСЖ и ЖСК. Ну, как правило, это получается где-то один раз в год. Это все проверяется. Дальше. Это мы уже, извините, залезли работу в отношении подвала технических подполей. Значит, на фундаменте мы остановились, то есть все те виды работы, о которых я сказал, они, как правило, выполняются два раза в год, осенью и после таяния снега. Теперь подвалы и подполье. Что здесь? Проверка состояния помещения, входов, приемов, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение, загромождение таких помещений. Это регулируется договором управления, но, на мой взгляд, это все должно делаться в постоянном режиме. В постоянном режиме. Как проводится осмотр общего имущества? В ходе проведения осмотров общего имущества многоквартирного дома, естественно, необходимо проверять состояние помещений, входов в подвалы, загрязнение, захламление, загромождение вот всех этих подвальных помещений. Контроль за состоянием дверей и запорных устройств. То же самое регулируется договором управления и, как правило, выполняется тоже в постоянном режиме, но наиболее конкретно смотрится в ходе обычных осмотров, осенних, весенних осмотров. Дальше, стены. Проверка отклонения от проектных условий эксплуатации, несанкционированное изменение конструктивного решения, признаков потери несущей способности, нарушение деформации, нарушение теплозащитных свойств. Два раза в год, осенью и после таяния снега. Опять же, это пункт третий. 290-го постановления правительства Российской Федерации. Это основное постановление, которое регламентирует эти виды работ. Проверка следов коррозии, деформации и трещин в местах расположения арматуры. То же самое два раза в год, осенью и после таяния снега. Повреждение накладки, трещины, выветривание, отклонение и так далее, и так подобное. Все то, что связано со стенами. То же самое два раза в год, осенью и после таяния снега. То есть, как дом прожил лето и зиму. После этого смотрится все. Ну, это касается проверки элементов деревянных конструкций. На квартирных домах сейчас таких достаточно, ну, не будем говорить немного, мало таких домов с деревянными стенами, но, тем не менее, они существуют. И то же самое предусмотрена проверка этих элементов всех два раза в год, то же самое осенью и после таяния снега. Составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен. Значит, регулируется договором, но, как правило, опять же, эти вопросы управляющая компания смотрит, исходя из конструкции дома, раз, исходя из его состояния. Если действительно состояние вызывает какие-то проблемы, да, то тогда составляется план инструментального обследования стен. То есть это достаточно дорогое удовольствие, но, тем не менее, его необходимо проводить. Далее. Перекрытие и покрытие МКД. Проверка нарушения условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения. Проверка прогибов, трещин, колебаний. Два раза в год, осенью и после таяния снега. Но это специальные виды работ, проверки, которые выполняет или управляющая компания, если нет специалистов, значит, они должны приглашать специализированную организацию. Значит, трещины в теле перекрытия в местах примыкания к стенам. То же самое, это достаточно сложная проверка. Первое, это может быть визуальный, но если какие-то опасения возникают, тогда это уже должна проводиться инструментальная проверка.
То же самое два раза в год осенью после таяния снега. Дальше. Дальше. Что у нас? Проверка зыбкости перекрытия. Ну, опять специфические термины, уважаемые коллеги, вы уж извините, но это термины строительные, технические, поэтому никуда от этого не денешься. Трещины в штукатурном слое, протечки на потолке, плотность и прочее, прочее. Все это выполняется, еще раз говорю, в ходе осмотра общего имущества дома. Два раза в год, осенью после таяния снега. Утеплитель – это то, что находится в стенах, поэтому его тоже надо смотреть, проверять на наличие. Разработка плана восстановительных работ. Но еще раз говорю, это при условии, если в ходе этих осмотров выявлены какие-то проблемные вопросы, и тогда необходимо более конкретно все это посмотреть с помощью инструментальной проверки, раз. И второе, отработать план по устранению этих недостатков. Колонны и столбы на квартирном доме. Значит, что здесь? Не каждый дом имеет такие элементы, да, будем говорить, но тем не менее. Трещины, коррозия арматуры, выпадение кирпичей, проверка гнилью, это деревянные, если столбы, контроль за состоянием металлических закладных деталей. Это все то же самое проводится два раза в год, осенью и после таяния снега. То есть, еще раз подчеркиваю, это все должна выполнять управляющая организация в ходе проведения плановых осмотров общего имущества многоквартирного дома. И необходима разработка плана восстановительных работ, если есть такие проблемы, и эти проблемы необходимо устранять. Балок перекрытия и покрытия дома. То же самое, проверка нарушения условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, поверхности отколов, коррозия с уменьшением площади сечения, увлажнение, загнивание деревянных, если это деревянные. То же самое два раза в год, осенью и после таяния снега. Далее. Работа в отношении крыши. Первое, что и основное, наверное, проверка отсутствия протечек. Понятно, два раза в год осенью и после таяния снега, это само собой. Но нормальная управляющая организация все это делает в плановом режиме, то есть в течение года практически по всем выходам на чердак смотрится обязательно отсутствие протечек. Почему? Потому что особенно надо обращать внимание на состоянии крыши, это после зимы. Почему? Потому что зимний период характеризуется выпадением снега, уборкой кровли, и если эту уборку производят, будем так говорить, неподготовленные специалисты, часто они пробивают своими ломами или каким-то другим инструментом вот это основание крови. Поэтому весной возможны протечки. Поэтому необходимо, во-первых, зимой, в зимний период, очень внимательно смотреть, как убирается кровля, крыша, так и весной, соответственно, посмотреть на наличие протечек. Проверка молниезащитных устройств, заземление мачты другого оборудования. Это тоже своеобразная проверка. Если управляющая организация сама может это выполнять, она выполняет сама. Если нет, то она приглашает специализированную организацию. Так, проверка повреждений несущих конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций. Но это вот имеется в виду элементы несущих конструкций, расположенных на крыше. Они должны быть обработаны специальным раствором, и смотреть необходимо за ними в том плане, что не подгнили они, не прогнили, не деформировались ли и прочее, и прочее. То есть все эти моменты необходимо достаточно внимательно смотреть.
Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений. Значит, это я особое внимание уделяю этому. Почему? Потому что последствия, если произойдет авария на этих элементах, могут быть серьезными. Почему? Потому что защитные бетонные плиты, если упадут с крыши, то последствия могут быть достаточно серьезные. Два раза в год осенью и после таяния снега это обязательно проводится, но и в ходе выхода, при любом выходе на кровлю, эти элементы должны также осматриваться, просто осматриваться на предмет того, что, как они в таком состоянии находятся. Проверка при необходимости насыпного пригрузочного защитного слоя, восстановление работ по проведению плана восстановительных работ при необходимости. Еще раз говорю, если в ходе этих осмотров возникают какие-то серьезные проблемы относительно того, что вот эти элементы необходимо укреплять или ремонтировать, приводить в порядок, значит, обязательно должен быть составлен план их восстановительных работ. Два раза в год, осенью и после таяния снега, все это также рассматривается и готовится. Чердак. Проверка температурно-влажного режима и воздухообмена. Два раза в год, осенью и после таяния снега. Почему? Что это такое? Это как раз вот одна из причин образования наледи. На наших кровлях, если температура, разница температур наружного воздуха и воздуха на чердаке будет значительной. Возникает вот эта вот наледь, которая, в принципе, потом уже грозит тому, что и кровля деформируется, и возникают проблемы с безопасностью. Крыша. Оборудование или устройство, предотвращающих образование наледи и сосулек. Значит, есть такие устройства, которые предотвращают обледенение и наледи, и сосулек. То есть надо посмотреть, в каком они состоянии находятся. Потому что если они сломаны или вообще отсутствуют, то эти сосульки нарастают, и потом последствия могут быть действительно достаточно серьезными. Осмотр потолков верхних этажей домов. Это совмещенные бесчердачными крышами. То есть если крыши нет, да? То же самое два раза в год. Осенью и после таяния снега. То есть, еще раз подчеркиваю, работа в отношении крыш и чердаков должна обязательно проводиться на предмет их готовности к проведению осеннего периода и особенно зимнего периода, потому что от этого многое зависит. Водоотводящие устройства. То же самое. Это все, что у нас помогает стоку дождевых и талых вод. Поэтому за этим надо смотреть. Как правило, управляющие компании стараются все-таки это все решать, но не всегда. И если где-то желоба разбита, то вода, которая после дождя образуется, либо после таяния снега, она льется на фасад и разрушает, соответственно, наши стены. Дальше. Кровля. Ну, здесь уже мы говорили, очистка скопления снега и наледи. Здесь порядок определенный есть. Мы вот в предыдущем вебинаре рассказывали, в какие сроки и когда проводится очистка скопления снега и наледи на наших крышах. Проверка при необходимости восстановления пешеходных дорожек. То же самое необходимо смотреть. Технические помещения. Но здесь смотрятся двери и металлические детали на предмет их антикоррозионного покрытия. То есть, если они заржавели, значит, надо принимать меры к очистке, либо замену. Пожарные лестницы. То же самое регулируется договором управления, но тем не менее такие проверки должны проводиться. Это вот по ГОСТу 53-254 2009 года.
обработка деревянных поверхностей антистатиками. Это для того, чтобы эти пожарные лестницы, извините, да, не подвергались воздействию огня. Лестница. Так, здесь что у нас? Как обычно, внешний вид, сколы, повреждения, трещины, прогибы и так далее, и так далее. Значит, все это регулируется договором управления либо сметой ТСЖ. По нормативным актам это нигде не прописано, но в ходе ежегодных отчетов это должно тоже управляющей организацией проверяться. Это осенний и весенний осмотр плановый. Вот в эти сроки должны обязательно просматриваться. Фасады. Фасады. Проверка нарушения отделки, ослабления связи отделочных слоев со стенами. Контроль состояния работоспособности подсветки информационных знаков, если они есть, конечно, да. Проверка нарушений качества несущих конструкций, гидроизоляции и так далее и прочее. Контроль состояния восстановления или замена отдельных элементов крыльц и зонтов над входами в здание, в подвалы, над балконом. То есть вот здесь особый момент. Это, опять же, все прописано в 290-м постановлении. Из-за всех этих видов работ я бы хотел, конечно, остановиться над состоянием элементов крылец, зонтов над входными зданиями, подвалы и над балконами. Это особое внимание к этим элементам. Почему? Потому что, опять же, в зимний период это сход снега и наледи, и это очень опасно. Обращаю ваше внимание, что если на последнем этаже собственник сам застеклил балкон и сделал крышу, то за состоянием этой крыши должен следить сам собственник. Он отвечает за все это. Если вдруг произойдет сход снега либо наледи с крыши, которую установил собственник квартиры, за последствия будет отвечать он. Но управляющая организация должна уведомлять собственника о необходимости осуществлять очистку данных крыш, которые они сами сделали. Почему? Потому что это уже будет бездействие управляющей компании, которая не приняла никаких мер для того, чтобы предотвратить данные инциденты, если они случаются, не дай бог, случатся. Дальше. Перегородки и внутренняя отделка в доме. Значит, здесь то же самое. Проверка звукоизоляции два раза в год. Проверка состояния внутренней отделки. Это уже регулируется договором управления на квартирном доме. Но еще раз говорю, все вот эти моменты, о которых я сказал и которых не назвал, да, звукоизоляция, огнезащита, покрытие отопительными панелями, дверные коробки и так далее, и так далее. Все это управляющая организация обязана смотреть и в ходе проведения осмотров общего имущества фиксировать, какое состояние, что нужно делать. И, как вы знаете, на основании вот этих актов осеннего и весеннего осмотра, да, составляется план работ по текущему ремонту на следующий год. То есть все сначала смотрится, это дефектовка так называемая, да, и на основании этой дефектовки происходит планирование работы на следующий год управляющей организации. Полы общего имущества. Но еще раз говорю, это речь о полах, которые относятся к общему имуществу дома. Это не полы, которые у нас в квартирах. Это полы, которые относятся к общему имуществу дома. И сразу, чтобы вы понимали, еще раз подчеркиваю, что все, о чем я сейчас говорю, это
все относится к общему имуществу дома. Это не у нас в квартире. Стены, полы, потолки и прочее, прочее. То есть здесь все вопросы регулируются договором управления или договором ТСЖ и ЖСК. То же самое оконные и дверные заполнения помещений. Вы знаете, что перед подготовкой к зиме все оконные проемы должны быть закрыты, застеклены и приведены в состояние, когда они не пропускают ни воздуха, ни снега, тем более. То же самое относится и к нашим дверям, входным дверям. Входная группа обязательно должны быть приведены в порядок, доводчики установлены, где есть необходимость, где есть такое, да. Если нет, то должны быть пружины определенные, которые бы автоматически закрывали или механически закрывали наши входные двери для того, чтобы не допускать холодного воздуха в наши помещения. Мусоропровод. Проверка техсостояния регулируется договором, чистка, промывка, дезинфекция и так далее. Все это определяется договором управления. Но ежемесячно, а еще раз говорю, управляющая организация обязана проводить осмотры состояния вот этих клапанов, стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры, всего того оборудования, что имеется в доме. Почему? Потому что она должна периодически, по мере необходимости, осуществлять их промывку. А раз осуществляется промывка, значит и смотрится в целом состояние мусоропровода на квартирном доме. Особое внимание хотел бы уделить работе в отношении системы вентиляции и дымоудаления. Это наша безопасность. Вентиляция и дымоудаление. Буквально недавно мы проводили вебинар о мерах безопасности при работе с газовым оборудованием. И вот там достаточно жесткие требования предъявляются к системе вентиляции. Потому что если не будет система вентиляции работать, как она должна работать, то возможны нехорошие случаи. Дымоудаление. Это отдельный вопрос, это не во всех домах эта система стоит, это, как правило, новые дома, да, но не везде, я скажу, она работает. И восстановление системы дымоудаления достаточно затратная часть расходов управляющей компании. И я бы просто предложил активистам, председателям советов многоквартирных домов особое внимание уделить на эту систему дымоудаления. Почему? Потому что в случае возникновения пожара она может сохранить нашу жизнь. Они также, эти осмотры проводятся в ходе осмотров два раза в год, осенью после таяния снега. Но в любом случае управляющие организации должны за этим смотреть более внимательно. Так, чердак, утепление, плотность, то же самое, закрытие входов на них. Возникают вопросы, должны ли быть открыты чердаки? Нет, они должны быть закрыты. То же самое касается и подвала. Тоже задают вопросы, должны ли председатели советов домов иметь ключи от подвальных помещений, от чердачных помещений. По большому счету это запрещено. Ключи должны храниться в управляющей организации, либо у тех работников, которые обслуживают данный дом. Почему? Потому что нахождение и в подвале, и на чердаке разрешено только специалистам, которые прошли обучение. Почему? Потому что простой житель может получить травму. Вентканалы и шахты. Опять же, особое внимание, как я уже говорил, вот по системе вентиляции, то же самое касается вентиляционных каналов. Это серьезные вопросы, это связано, еще раз повторяю, с нашей жизнью. И управляющая компания три раза в год осенью после таяния снега и во время отопительного сезона должна это все проверить. Вентканалы и шахты.
Холодное водоснабжение. Два раза в год. Ну, здесь, я думаю, управляющая компания это делает в ежедневном режиме, когда они спускаются в подвал или поднимаются на чердаки, если там есть эта система холодная, горячая, водоснабжение, отопление. Все эти вопросы они осматривают в режиме реального времени. Автоматическое дымоудаление, мы уже говорили, вентиляция дымоудаления, то же самое. Печи, камины, очаги. Но это касается, допустим, старых домов, наверное, да, на квартирных домах это не касается. Но вот старых домов это достаточно серьезный вопрос. Это дымоходы, печи, камины, противопожарные нарушения и так далее и тому подобное. Почему? Это причина возникновения пожарной ситуации. То есть может возникнуть пожар в доме, если вот эти моменты не будут проверяться. Тепловые пункты. Ну, я думаю, в каждом доме есть индивидуальные тепловые пункты. Водоподкачка не в каждом доме, но тепловые пункты практически в каждом доме есть, да. Поэтому за ними тоже смотрят два раза в год, минимум два раза в год. Потому что вот здесь виды работ, которые должны производиться на этом оборудовании. Это все в 290-м постановлении, пункт 17, все это указано. Горячее, холодное, горячее водоснабжение, отопление и водоотведение. Все эти работы по всем сетям холодного, горячего водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, все они должны быть на учете управляющей организации. Особенно это касаемо в ходе подготовки к отопительному периоду. Здесь особые условия, поэтому все системы коммунальных представлений, коммунальных услуг должны быть проверены. По отоплению я скажу, тут еще паспорт готовности дома. То есть проверяется вся система отопления, ее готовность к приему теплоносителя и работы по всем другим направлениям по предоставлению коммунальных услуг. Значит, здесь вот они все эти работы, еще раз говорю, перечислены. Герметичность, восстановление исправности, дальше промывка, очистка. Промывка систем водоснабжения. Вот один из вопросов, который тоже частенько задают относительно того, а куда идет холодная горячая вода на содержание общего имущества многоквартирных домов. Так вот, одним из элементов использования холодной и горячей воды на содержание общего имущества, это есть вот промывка системы. Промывка системы. Два раза в год осенью после таяния снега. То есть вся система заполняется, и вода потом сливается, спускается для того, чтобы промыть вот эту всю систему. Дальше. Работа в отношении теплоснабжения, отопления, горячего снабжения. Но опять же, прочность пробных пусконаладочных работ, это перед зимним отопительным сезоном, вот это вот все работы проводится. Удаление воздуха из системы, это когда происходит запуск тепла и начинается регулировка системы теплоснабжения. Потому что она завоздушена, как правило, поэтому происходит удаление воздуха из системы, чтобы вода могла полностью заполнить всю систему. Электрооборудование. Заземление оборочки электрокабеля. Значит, то же самое, два раза в год такая проверка должна проводиться. И об этом должен обязательно составляться акт о том, что работы по проверке проведены, заземление и оболочки электрокабеля. Работа в отношении внутридомового газового оборудования. Значит, это не вода. Это гораздо серьезнее. Если вода, нарушение каких-то вопросов в отношении эксплуатации системы водоснабжения
оно может привести к возникновению каких-то проблем и с тем, что тому, что пострадает наше имущество, да, то если мы не выполним все те работы, которые относятся внутридомовому газовому оборудованию, то это чревато нашими жизнями. Такие случаи тоже имеются. И я скажу, что грубое нарушение лицензионных требований управляющих компаний – это отсутствие договора на внутридомовое газовое оборудование, на обслуживание внутридомового газового оборудования. Это грубое нарушение. Если таких два грубых нарушения в течение года будет выявлено, дом из реестра этой управляющей компании будет изъят. Если это касается всех домов, то все дома будут изъяты. А напоминаю, если более 15% домов по площадям в течение года будут изъяты у управляющей компании из реестра, то тогда ставится вопрос об отзыве лицензии данной управляющей компании. Значит, по внутридомовому газовому оборудованию, значит, мы ежемесячно платим деньги за обслуживание ВДГО. Там рубль 1 копейка на сегодня с квадратного метра. По регламенту раз в год представители специализированной организации должны проверить внутридомовое газовое оборудование. Начиная с первого вентиля на доме и кончая всеми вентилями и включая отсечной кран у нас квартире. Более того, они обязаны в рамках этого ВДГО проверить и отсутствие утечки газа в местах соединения с газовыми плитами и комфортах наших газовых плит. Поэтому раз в год минимум они должны это сделать. Сейчас поднимается вопрос о получении лицензии данными специализированными организациями. И мы предлагаем, что да, лицензии такие они должны иметь, раз. И проверять ВДГО в многоквартирных домах они должны не реже 2 раза в год. Не 1 раз в год, а 2 раза в год. Поэтому посмотрим, что будет дальше, но, по крайней мере, наши предложения пока такие. Но все это идет по загазованности газопроводов. Это все вот то, что я говорил, начиная с первой задвижки на доме. И пошли они дальше по подъездам, там отсечные краны, по стоякам и так далее, и так далее. Дальше. Лифты. Организация системы диспетчерского контроля и связи, обслуживания и ремонта лифта. То есть в обязательном порядке должен быть договор со специализированной организацией. Должна быть кнопка вызова, телефоны контакта. В случае, если какое-то произойдет, какая-то непредвиденная остановка межэтажей, чтобы можно было вызвать специалиста, который освободил бы людей с этого лифта. Далее. Дезинфекция. Я думаю, здесь все понятно, да? По мере необходимости регулируется договором, в случае, если есть какие-то заявки. Сейчас, вот в этот особый период, это сейчас проводится по требованию местных властей. Есть такое требование, управляющие организации должны проводить вот эти мероприятия. Придомовая территория. Ну, опять же, здесь крышки люков колодцев, пожарных гидрантов должны очищаться, тем более сейчас вот выпал снег, поэтому обязательно все это должно выполняться. Мы уже об этом говорили, я не хочу, наверное, повторяться, да, когда осуществляется уборка территории и где она производится. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. Отмостка. То есть это все те работы, которые должны выполнять дворники в случае выпадения снега. Придомовая территория, уборка придомовой территории, опять же, подметание, побрызгивание холодной водой, да, уборка мусора, промывка урн и так далее и тому подобное. Это все в теплый период. Плюс еще выкашивание газонов, прочистка ливневой канализации. Это все относится в отношении придомовой территории.
Холодный период, еще раз говорю, уборка снега на ряде всего того, что образуется после заноса. Вывоз твердых бытовых отходов, еще видите, бытовых, коммунальных сегодня это отходы, коммунальные отходы. То же самое, это регулируется договором управления, либо прямым договором между собственниками и региональным оператором. Жидкие бытовые отходы, это касается выгребных ям, не буду говорить сейчас о отношении многоквартирных домов, у них практически таких нет систем. Дальше, лестничные площадки, влажное подметание ежедневно. Лестничные площадки выше третьего этажа, 3 раза в неделю влажное подметание. Работа в отношении загрузочных камер мусоропровод, ежедневно влажное подметание. Мытье лестничных клеток и маршек 3 нижних этажей, 2 раза в месяц. Обметание пыли, потолки тоже должны обслуживаться 1 раз в год. Влажная протирка стен, плафонов, оконных решеток и так далее, всего того, что находится в подъездах 1 раз в год. Дальше. Ну и заключение, да, здесь уже у нас заканчивается. Работа в отношении подоконников, влажная протирка 2 раза в год. Окна 2 раза в год должны мыться, чтобы вы знали тоже. Кабины лифтов ежедневно должны приводиться в порядок, то есть мыться. Работа в отношении оборудования места общего пользования, подъездов домов и аукционных выходов. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности. Все это должно выполняться постоянно. Значит, еще раз говорю, вот здесь, вот в этой табличке, еще раз подчеркиваю, я собрал все те виды работ, которые должна выполнять управляющая организация. Это касается управляющей компании, ТСЖ, ЖСК, неважно. Они должны это все выполнять на основании требований 290-го постановления правительства Российской Федерации, еще раз подчеркну, о минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества на квартирном доме. То есть, вот если вы хотите более подробно все это посмотреть, да, пожалуйста, найдите 290-е постановление, вы можете посмотреть все эти виды работ, которые управляющая организация должна выполнять. Но еще раз говорю, перечень работ и услуг достаточно большой. И на сегодня рассматривается вопрос о том, чтобы при составлении договора управления на квартирном доме собственники и управляющая организация определились, какие виды работ будут обязательны, какие будут по мере необходимости и какие будут выполняться, допустим, при наличии средств. На сегодня все они обязательны, но они не все входят вот в расчет платы собственников за содержание. К сожалению, это так. Управляющая компания порой не может выполнять те или иные работы из-за того, что они просто не указаны в структуре платы за содержание. Ну, давайте об этом переговорим позже, да. Ну, вот на сегодня, наверное, все. Если вопросов нет, я смотрю, вопросов нет, молчите все, да, то на этом, наверное, будем заканчивать. Уважаемые коллеги, спасибо вам. Спасибо вам за внимание. Значит, сразу говорю, что этот вебинар будет записан и размещен на сайте квалификационного центра ЖКХ и энергетики. Там вы можете найти все вебинары, которые мы проводили. Раз. И там вы можете найти, адрес электронной почты. Я еще раз напоминаю. SOUK54. sou54@sou.ru. Это моя почта, и я по первому вашему приглашению готов ее выслать в ваш адрес. Все, спасибо, на этом заканчиваем. До свидания.
не болейте,